Обвиняется Борис Ельцин. Как проходит импичмент в эти дни? Я скажу, активность заметно увеличилась у депутатов, потому что выступающие эксперты и свидетели дали четкие понимания преступных деяний президента. Президент показал за это время его окружение, что они не могут руководить страной. По 5 пунктам обвинения будут голосовать за. Мы также заявляем, что в деяниях Ельцина усматриваются не только отдельные признаки тяжких преступлений, а вся их совокупность достаточная для привлечения лица к уголовной ответственности.